Всех приветствую, товарищи. В общем, смотрите, где я нахожусь. Какая крутая гора. Знакомая уже вам, наверное. Короче, хочу сегодня свой новый модуль стабилизации проверить, потому что я еще пока тестов не проводил. Старый модуль я подарил, как вы знаете, а новый еще не испытывал. Вот хочу посмотреть, будет ли такой же стабильный результат с новым модулем. Напоминаю, и ссылку внизу прикрепляю, предыдущий тест, когда я в эту гору заезжал, несколько заездов делал с модулем и без модуля. И с модулем машина где-то, ну, на 1.5-2 метра там примерно проезжала дальше. Вот сегодня хочу повторить этот эксперимент, то есть на холостых машина будет двигаться. И мы с вами, значит, посмотрим, где она заглохнет. Будем туда, ну, какую-то отметку класть. То есть я рукавицу, допустим, положу, как в прошлый раз. И отметку начала пути с вами будем делать. То есть я в прошлый раз этого не делал. Значит, сегодня 3 заезда я хочу сделать. 1 заезд вот сейчас вот с модулем. 2-й заезд без модуля. И 3-й заезд снова с модулем. Чтобы сильно машину не мучать, как бы, тут уже все понятно будет из этого. Так что сейчас, короче, с модулем делаем 1-й заезд. Сейчас я рукавицу возьму. Вот. Значит, кладем рукавицу вот сюда, вот, перед машиной. Во. И теперь едем вверх на холостых. Посмотрим, где машина заглохнет. Я, честно говоря, не помню, я на 2-й повышенной заезжал или на 1-й туда. Давайте-ка на 1-й попробуем. Значит, смотрите. Вот я, как всегда, вам показываю руку. Ногу я, короче, держу на тормозе. Педаль газа свободная. Отпускаю сцепление. Вот, пускаю сцепление, и машина у нас начинает уверенное движение. Ремень надо пристегнуть. Значит, траектория у нас будет одна и та же. Сворачивать никуда не будем. Так, вот, ремень пристегнул. Значит, машина ползет. Вот, педаль газа, видите, у меня свободная по-прежнему. Вот. И вот сейчас, где она заглохнет у нас, там мы с вами и перчаточку-то и оставим. Но слушайте, что-то я подозреваю, что она не заглохнет. Придется, наверное, на 2-й. Так. Ну, видите, да? Вот кто говорит слабый движок, да, попробуйте вот так вот заехать на какой-нибудь там легковушке. Во. Вот она, смотрите, как ползет. И она ползет-то причем не просто так. У нас тут снежок выпал. Вот, видите? Во. То есть, как бы, это очень показательно, то, что мы с вами сейчас наблюдаем. Она спокойно в эту гору заезжает, короче. О. Вот вам слабый мотор. Этот мотор низовой, тяговитый. Я уж еще раз это показывал, и он очень вот на бездорожье-то хорошо выручает. О. Все, машина заехала. Короче, надо, на 2-й трогаться. На 2-й повышенной. На 1-й повышенной не едет. Видите, вот рычаги в каком положении. Это значит, что у нас повышенная была 1-я. А сейчас задний ход. Так, ладно, сейчас отключаюсь, возвращаюсь на исходную к рукавице, и мы с вами продолжим наш тест. В общем, я на исходной. Сейчас будем с вами уже совершать восхождение на 2-й повышенной. И в этом случае тест должен оказаться удачным. Значит, 2-я повышенная, и смотрим. Сейчас с модулем, 1-й заезд. Значит, отпускаю тормоз, отпускаю медленно
сцепление очень медленно, потому что мы едем с вами в гору. Вот заглох. Так. Смотрите. Так, пускаю. Во. 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 Едем. Едем. Едем, все. Ура. Мы с вами стартанули. Успешно. Успешно, удачно стартанули. Сейчас будем ставить первую отметку. Да куда же машина доедет с модулем? Давай. Есть. Все, поймал. Все, буду снимать одним дублем. Так, это ладно. Сейчас будем перчатку кидать. Так, уклон. Так, все. Машина зафиксировалась. И смотрите. Вот у нас вот сюда вот перчатку перед машиной кидаем. Вот. Сейчас начнем. Начнем возврат на исходную позицию. И будем с вами отсоединять модуль. Так, нам автомобиль запустить. Потому что не работает, иначе ни тормоза, ни рулевое. Сейчас пришлось машину еще пропускать перед началом теста. Я боюсь, хоть бы нам тут никто не помешал. Что-то сегодня здесь катаются. Непонятно почему и куда. Рыбаки, что ли? Так, рукавичка все ближе и ближе. Так. 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 Так, вот все. Сейчас подъезжаем. Будем ловить, короче, стартовую линию сейчас. Ну-ка, насколько я точен? Еще чуть-чуть. Так. Вот так где-то примерно. Ну-ка. Посмотрим. Ё-моё, переехал. Что-то у меня сегодня с глазомером не то. Все. Еще чуть назад. На уклоне, видите, тоже трогаться-то приходится. Во, все, отлично. Глушим и быстро-быстро соединяем модуль. Так. Быстро-быстро соединяем модуль. Так. Значит, у нас тут вот разъемчик. Раз. Второй. И два. Надо мне руку свободно. Как тут положить-то? О, так. Так, где там он? Вон он там, разъем. Сейчас мы его рассоединим. О, есть. И сейчас, значит, защелкиваем его на штатное место, на катушку, минуя модуль. Так, сейчас. О, есть, все. Все, модуль полностью отсоединен. И мы с вами сейчас будем второй заезд делать. Так, поехали. Быстрее, пока никто... Кто нам тут не помешал. Так, значит, вторая повышенная. Медленно пускаем тормоз и
медленно-медленно отпускаем сцепление. Ну, давай. О, поехали. Так, отлично. Все, едем. Значит, ногу я на газе не держу. Так. Сейчас вот без модуля. Опа, есть. Ловим. Так. Смотрим, что получилось. Ну да. Результат ровно такой же. Вот, пожалуйста. То есть, как и в прошлые разы у нас это было, так и сейчас. Где-то около 2 метров. Сейчас снова модуль ставим. А, ну, в принципе, давайте второй заезд такой же сделаем. Чтобы для достоверности, так скажем, результата, то же самое сейчас с вами проделаем. А то скажут, там не успел ЭБУ перестроиться там и так далее. Вот сейчас сделаем с вами то же самое. Все. Так, подъезжаем к нашей перчатке. И смотрим. Еще надо чуть-чуть вперед. Так, вот так, наверное. Раз и ловим. Ну-ка, посмотрим, что у нас получается. Блин, еще назад. Чуть-чуть. Вот так, наверное. Ага, все. Аккурат. Четко. Так. Ну что, товарищи, начинаем. Вторая. И аккуратненько трогаемся. Очень аккуратно. Поехали. Машина двигается. Давай, трогайся. Во, все, отлично, едем. Видите, вот тяга какая снизу, да? На второй повышенная. Ну, какая вот... Какой пузатер так вот сможет? Опа, есть. Так. Значит, сейчас запущу сразу мотор. И смотрим результат, что у нас там получилось. Так. Ну да, расстояние такое же. Расстояние такое же, ребята. Получилось. Сейчас, короче, снова ставим модуль. И последний заезд и домой. Чтобы удостовериться, что у нас точно все как бы... работает. Но я и так вижу, потому что я-то чувствую, я по машине чувствую вот это влияние. Так. Влияние устройства. Ну-ка. Еще чуть. Видите, сегодня очень точно у нас. Очень точные тесты. О. Потому что четкая стартовая линия. Вот видите, чуть не поймал. Вот так. Все. Еще чуть назад.
чуть-чуть назад. Вот так. Поймал? О, отлично. В общем, глушим автомобиль и ставим модуль. Быстро-быстро это делаем. Пока никого нет. Так. Сейчас этот самый штатный разъемчик быстро соединяю. Блин. Его подцепить-то, вот его снимать не очень удобно, когда он на катушке. Так. С модулем-то там значительно легче-то соединение происходит. Там нажимать надо клавишу на разъеме. Блин, ее сложно нажимать. Подлезать сложно. Ну, давай. Да, ё-моё, не могу. Так. Что такое-то? Не могу, ребята, его достать. А, вот, все. Отсоединил. Так, это значит в катушку. Вот этот разъем. Быстро-быстро втыкаем. Вот этот вот. Вот этот вот, этот самый. Ну вот, ребята, все. Все, модуль подсоединен снова. Сейчас, значит, попробуем. Результат у нас какой будет? Такой же или перчатка? Или какой-то иной результат. Так. Опускаем. Вторая. Повышенная. Отпускаю педаль. Аккуратно, аккуратно начинаем ползти. Все, поехали. Ногу не держу на педали. О, ползем. Все, убираю ногу. Сцепление. Так, сейчас смотрим, насколько мы с вами дальше сейчас проедем, если проедем вообще дальше. Опа, есть, ловим. Так, ну, давайте смотреть, что получилось. А, ну вот, ну, практически доехал, практически так же. То есть, короче, ребята, я думаю, что все вы увидели. То есть, на 2 метра где-то машина. На 2 метра. То есть, вот я выходил. Вот здесь вот. А вот тут вот лежала перчатка. То есть, вот это вот небольшой прирост тяги, то он как раз и дает эффект. Вот еще в копилочку один тест, пожалуйста. Теперь уж учел вроде все факторы. Вот эти вот. Так. Перчатка. Ну вот, друзья, в общем, на этом сегодняшний сюжет я заканчиваю. Всем пока и до новых встреч на канале.
Кто будет интересоваться, значит, чего как купить эти модули, еще раз говорю, я не продаю. Это не никакой там, это не наш товар, а сайт производителя я оставляю внизу. Вот, то есть обращайтесь туда. Я просто вам вот показываю, как обычный покупатель. То есть мне в первую очередь этот модуль нужен для того, чтобы автомобиль как бы в таких условиях вот себя лучше показывал. Ну ладно, все. Всем пока.